Так, все сладкоежки, кто хочет порадовать своих родных, близких, друзей, детей, давайте приготовим очень простой тортик, но главное, очень вкусный. Давайте приступим. Какие продукты нам понадобятся, чтобы приготовить тортик? Очень простые. Мука, сахар, сода, одно яичко. Нам нужны одинаковые стаканчики. Я насыпала это сахар, это кефир. Значит, масло немножко, 1/3 стакана. Сметанка и сгущенка для крема. Сгущенка, к сожалению, в Америке вареной сгущенки нет. Мы ее покупаем в европейском магазине. Она стоит $5, 4,99, если точнее. Жаль, что нет. Друзья, тесто мы смешали, просто все до однородной, видите, консистенция, вот такое вот оно выходит. Давайте сюда добавим 2 ложки какао, чтобы у нас корж получился шоколадный. Я думаю, так будет вкуснее. 2 столовых ложки. 1 и 2. Все. Все перемешиваем. Теперь добавим 1/4 этого же стакана, где у нас было сахар, кефир и мука. 1/4 масла. У меня даже его меньше получилось, вот столько. Ну да, меньше. Ну ничего страшного, я думаю, у нас тортик все равно выйдет очень вкусный. Все готовлю перед вами, ничего не скрываю, ничего не добавляю, каких-то ингредиентов ненужных или скрытых. Так что перемешиваем тщательно. Все делается очень просто, быстро, без каких-то заморочек. Вот такое гладкое, красивое тесто получилось. Когда вот поднимаешь венчик, он оставляет узор, и через какое-то время он исчезает. Не сразу. Это правильно хорошее тесто. Все делается очень быстро. Я не пользовалась ни миксером. Просто венчиком рукой. И сейчас это тесто поставим в духовку. Духовку я разогрела 170 градусов. Ставим на 40-45 минут. Будем смотреть, он должен подняться, очень быть пышным. Возможно, трещина пойдет, он может треснуть. Но это ничего страшного, мы все равно его будем разрезать на коржи. Так что ставим в духовочку. Вот такое красивое тесто. Моя формочка имеет 20 сантиметров диаметров. Я застелила пергаментом, немножко маслом, чтобы бумага не отлетала. И мы наше тесто аккуратненько вливаем в нашу форму. Так, друзья, теперь мы ставим наш тортик в духовочку на 41 минута. У меня ставим на 40, 170 градусов. Это 340 Фаренгейт у нас.
Все, всего хорошего. Будем ждать, когда он приготовится. Так, осталось у нас 34 секундочки. Тортик готов. Так, теперь его нужно достать. Хорошо, треснул, ничего страшного, такое бывает с таким тортиком. Красота! О, как он блестит, друзья! Пусть остывает. Пока у нас коржик остывает, мы потом его порежем на слои, и у нас будет такой трехслойный тортик. Мы сделаем крем. Крем самый простой. Он состоит со сметаны. У нас сметана такая. Здесь 454 грамма. Я, в принципе, ее всю и пущу на крем. Чем больше крема, тем он будет сочнее и вкуснее наш тортик. Ну и, конечно, баночка сгущенного молока, вареного сгущенки. Кто любит сгущенку вареную? Поставьте плюсик, посмотрим, сколько у нас в комментариях. Я обожаю сгущенку, могу и не вареную ложкой, ну, а вареная сгущенка — это вообще просто пальчики оближешь. Так что давайте смешивать просто до однородной массы сметаны и сгущенкой. Получится вот такой вот крем. Ой, какой крем получился аппетитный, какой он вкусный и красивый, посмотрите. Я разрезала тортик на 3 коржа. Уже, ребята, какой он воздушный и мягкий, посмотрите. Не рассыпается. Это просто прелесть. Везде все пропеклось, все нормально. Просто прелесть. Давайте приступим, намажем его кремом нашим, супер кремом, и будем его собирать. Значит, у меня возникла такая проблема, так как он еще теплый, начал разлазиться немножко. Я поставила колечко, чтобы его зафиксировать. Он когда немножко все мы закончим, все смажем, поставим в холодильник, он там немножко постоит, стабилизируется, и тогда я кольцо сниму. Так что продолжаем.
общем, ребята, такой тортик мы отправляем в холодильник немножко стабилизироваться, где-то на час хотя бы, чтобы он остыл и принял форму той, которая нам нужна. А затем посыпем орешками, будем украшать. Вообще это на любой вкус, кто чем хочет. Может шоколадом, может быть орехами, может быть печенькой. В общем, или просто так, тоже вкусно. Отправляем в холодильник. Друзья, кто так делал в детстве, когда мама делала тортики? Особенно, да, был популярный тортик вафельный, да? Вафелька, сгущенка. И когда сгущенки оставалось, так хотелось, чтобы ее осталось в баночке побольше, правда? Наш тортик постоял в холодильнике часик, стабилизировался. Сейчас его можно открыть аккуратненько. Так вот. Опа! Боже, какая красота! И украшать буду орешками. У меня измельченные орехи. Крем, который у нас остался на форме, мы его возьмем. И смажем бока вот так вот. Боже, какая будет вкуснятина. Вкусный, нежный. Такой вот тортик. Всем советую. Легко готовится, легкая нотка кислинки от сметаны, но при этом прям тает во рту. Так что всем советую, всем приятного аппетита и до новых встреч!